Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала Смешного Зарбаба. Мы продолжаем проходить игру Ancestors of Humankind Odyssey. Ну что же, мы с вами в прошлой серии добрались все-таки до своей стаи. Я вот думаю, наверное, скорее всего, мы сейчас с вами отправимся вот в то безопасное место, в убежище. Так, это что у нас? Подожди. Это фруктовый сад. А где же тогда было то убежище-то? С торчащим валуном. Что-то я не припоминаю, что это было оно. Слияние двух рек. Укрытие под скалой. Небольшое болото. Не, подожди, что-то я запутался. Я же где-то здесь все это дело наблюдал-то. Либо все-таки то укрытие с валуном. Либо я что-то не понимаю. Это вековое дерево, это не то. Либо вон то, дальнее. Укрытие на берегу озера, это тоже не оно. Может быть ты? Это укрытие с клоповым деревом, это тоже не то. Вот тебе раз поворот. Так, ну подожди пока. Сделай. Что? Да нафига ты, блин? Лечь, спасибо. Эволюция. Так, по исследованиям. Вот, мы нашли укрытие в джунглях с камнем в виде головы. Мне надо туда. Мне надо конкретно туда. Но почему-то я его здесь не вижу. Так, ладно. Давай тогда мы свою стаю соберем полностью. Да что ты делаешь? Так, хорошо. Так, взяли все палки. Молодцы. Все взяли. Так, сменить руку. Так, я не понял. Вы менять-то будете, нет? Вот, молодцы. О, хорошо. Так, ну давайте, наверное, тогда будем выходить из нашего убежища. Так, и надо искать. Искать это укрытие. Укрытие на берегу озера. Это не то укрытие. Где было мое? С торчащим валуном. Тоже не то. Я же откуда-то пришел. Я как сюда шел? Я шел оттуда как-то. Пойдем в ту сторону. Я хочу свою стаю туда довести, к тому укрытию, потому что там у нас с вами очень много вопросов остается, которые надо пооткрывать. И мне хочется именно... Что ты делаешь? Встань. Странно, что я его не вижу, блин. А
Прийти на берегу озера. Ну, давайте вот в ту сторону пойдем. Хотя мне казалось, что это не то было укрытие. Так, стоп, а чё у меня эти? Стопе. Сменить руку. Молодцы. Первый наш большой поход со стаей. Так, я все-таки пытаюсь найти именно конкретно то укрытие с торчащим валуном. Это не оно. Музыка как раз подходящая для путешествий со стаей. Вот самое то, блин. С торчащим валуном. Да почему валун-то, блин? Где мое то укрытие-то? Я пока пойду в ту сторону, потому что я, по-моему, шел именно с той стороны. Значит, туда пока и пойду. Может быть, надо еще немножко пройти, и потом появится по укрытию. Так. Отлично. Есть защита у всех обезьян от мороза. Все. Так, меняем. Молодцы. И вперед. С торчащим валуном. Это не то. Высокое плато. Это тоже не то. Но где-то в той стороне было это укрытие. Я точно помню. Я точно помню, что оно было где-то там. Да, я как раз там переходил. Ну-ка, встань. Вот, укрытие с видом головы. Все, отлично, нашел. Нашел, замечательно, идем туда. Так, на двух ногах я уже не качаюсь, да? Там, кстати, вон метеорит валяется, поэтому... Сейчас стаю приведем в новое место. О! Кабаньеро. Отлично. Напугали кабана. Нас много... Опа! Так, а ты что, у нас без палки, что ли? Наконец-то я его убил. Дрянь кошачья. 4 палки я в него воткнул. 4? Это 5-я была. 5-я, финальная. Смотрите. Так, новое место сбора. Вали, кабан. Если тебе жизнь дорога. Так, значит...
Бросьте все палки. Ты издеваешься, кабан? Так, поменяли все? Молодцы. Так, применить. У меня просто там есть, получается, раненый. Надеюсь, они смогут это все повторить сейчас за мной. Бляха-муха. Ладно, придется этого кабана грохнуть. Иди сюда, кабаньера. Так, вы что, не сделали ничего, да? Бляха-муха, они не мажутся, серьезно. Так, подожди. Стая, идем за мной. Еще раз. Еще раз сюда. Меняемся. Применить. Вы не можете повторить за мной, что ли? Серьезно? О, да. Все понятно. Так, берем палку. Ладно. Ты издеваешься, что ли, бляха-муха? Ладно, черт с вами. Что-то вы какие-то туповатенькие немножечко. Ну, пошли туда. А, стоп, у нас здесь есть камень, кстати говоря. Это палка. Надо просто разделать. О, базальт, точно. Серьезно, кабан? Опять что ты идешь? Не, я сейчас должен разделать тигру. Базальт, по-моему, как раз дает резак. Да, отлично. Сейчас быстренько я этого тигру разделаю. Съем его мясом. Блин, мясо есть нельзя. А иначе они будут сейчас его тоже есть и получат отравление. Хотя, в принципе, это... будет хорошая прокачка нашего желудка. А что, ты ничего не видишь, что ли? Я разделал тигру. Где мясо? Нафиг ты ему дал камень? Чё, неужели от тигра ничего нельзя съесть? Во, мясо же есть. Благо, они хотя бы есть не будут, потому что у них лапы заняты.
Жалко, что они не повторят все мои действия, то есть они не могут натереться. Все, пойдем. Ладно, в принципе, дойдем до укрытия, я потом вас подлечу. Поедим, попьем, все сделаем, но потом. Так, стоп. Хорошо. Хорошо. Я думал, кто-то напал, что ли, блин. Я вот не знаю, стоит ли их вести через ту пещеру маленькую. Где скорпионы и пауки. А может быть, они туда и не пойдут. Тоже как вариант, правильно? Правильно. Еще что ли кабан? А, да, кабан. Спокойно, медленно идем, кабана не трогаем. А я вот не помню, кабана-то и убивала, меня засчитали, что убивала кабана или не засчитали? Я помню, что у меня мама убитая есть. Теперь вот есть золотистый тигр. Убитый. А вот кабан. Кабана не помню. Я, мне кажется, здесь не найду вход. Жалко, что они не могут понять, что надо бросить. То есть я как бы взял, допустим, ту же самую палку, бросил ее, сделал команду бросить, они не бросают. А, ну я также, получается, иду через эту узкую пещерку. Да, тут скорпионы. Они все идут, да, толпой? Хорошо. Осталось только еще пауков пройти. В принципе, возможно, скорее всего, через эту пещеру ни одна кошка не полезет. Так что можно сказать, что мы там, в принципе, защищены. Так, ну что, дошли. Дошли, и это хорошо. Так, у нас есть лежанка обосноваться. Так, стая основала поселение. Замечательно. Все сразу тут же разбежались. Вы основали поселение, рассчитано на 13-15 жителей. Выполнено. Замечательно. Так, брось. На 16-18 жителей. Так, можете, ребят, попить? Непонятно. Сейчас посмотрим. Так, ну кто-то может пить. Уже хорошо. Нейроны у меня не прокачиваются никакие. Что как бы жалко. Может быть, надо делать эволюционный тогда скачок. Но если сделаю скачок, я тогда перемещусь. И зря, получается, сюда стаю тащил. Что не есть хорошо. Схватить. Бросить. Так, ну они, в принципе, бросили. Все, молодцы. Давайте теперь поедим. Так, новый нейрон. Профилактическое средство. Хорошо.
Хоть что-то можно прокачать, е-мое, в конце концов. Так, где моя лежанка? Вот она. Так, ложимся. Эволюционируем. Теперь, значит, травм действует дольше. Хорошо. Так, ну что? Наверное, еще побегаем немножко здесь по окружности, правильно? Уже без стаи только. Ложимся туда спать. Хороший сон, это 8 часов. Будем спать 8 часов. Так, в принципе, все прекрасно. Все нормально. Сытые. Жажда не мучает. Все есть. Да, нам, получается, надо только вот здесь закрыть проход, да? Чтобы, в принципе, на нас не нападал. Давай смотреть, куда пойдем. Я все хочу открыть то, получается, место. А что это такое? А, это листья хвоща. У него почему-то появилось другое значение. Другая картиночка. Так, встань. А, это то, что уже обработан. То, что мы с тобой притащили с ними. Да, точно. Так, ну а знаки вопроса, получается, у нас там располагаются. Давай, наверное, в ту сторону пойдем, потому что там есть метеорит. Злую киску-то я убил. Может быть, она уже не будет нападать. Так, давай идем вот к этому знаку вопроса. Надо бы дойти до метеорита все-таки. Тем более, вроде как, в принципе, тут недалеко располагается. Ранкообразная арка. Новое открытие. Ну и тогда идем в сторону сейчас метеорита. Там по пути еще один будет вопрос. Ромбик с вопросом. Рождение картографа. Это у нас с вами идет. Как раз в ту сторону с вами пойдем. Что нам с вами говорит нюх? Надо почаще еще нюхать. Фрукты.
Так, есть еще один нейрон, органы чувств. Отлично. Слух. Слух ничего не дает. Ладно, пошли. Ладно, упала. Нам даже, в принципе, никакой хищник не страшен. Мы молодцы. Всех убиваем. Так что бояться нам особо-то нечего. Так, метель у нас-то где? Что-то как-то здесь особо не видно. Да, черного дыма не видать. Но где-то он должен был в той стороне быть. О! Неизведанная область. Вот это уже интересно. Что еще есть? Ничего, понюху. Понюху должно быть много. Хорошо. Страх победили, пойдем. Блин, ну там вода. В смысле? Мне опять что-то потерялся? Где мой этот? Я сейчас все будет плохо, я сейчас испугаюсь очень сильно. Снова полчаса надо будет изучать, да? Чё не так-то? Встань. Ну неужели? Ну давай. Вот и все. Как-то мы далеко уходим. Но мне кажется, отсюда откроется прекрасный вид, чтобы понять, где находится метеорит. Нет, концентрация, к сожалению. Да, метеорит не видать. Неужели, наконец-то. Великое озеро, укрытие под водопадом. Подожди, я вроде только уже открывал.
Это или это другое место, но с таким же названием? Ну вообще укрытие неплохое. Ну да, здесь я нифига не вижу. Метеорита. Какой-то непонятный вообще знак вопроса располагается. Либо он туда вот упал, либо где-то здесь валяется. По-моему, вот этот знак вопроса, он ближе. Но он располагается как-то высоко. Я пока не могу понять, как туда попасть. Может быть, с той ветки? Ну, вообще, уже, наверное, пора делать... закреплять, да? И делать эволюционный скачок. Как-то мне все равно не везет с метеоритами. Я их уже сколько упустил. Ни один еще толком не нашел. Да ладно. Опять что ли? Ну вообще идти далековато. Давай, быстрей. Так, отверстие под палку. Можно будет воспользоваться. И можно просто пойти дальше. Либо уже возвращаться, доделать вот этот скачок, потому что я особо уже не понимаю, куда лучше идти. Везде, получается, мы уходим далеко от стаи. Ну да, этот вопрос, конечно, ты там не изучишь. Он, скорее всего, где-то там, блин, возле той горы, блин, скалы. Все остальное не по пути. Ладно, в общем, возвращаемся тогда к себе в стаю. Территорию расширили, конечно, хорошо. По пути знака вопросов я уже не вижу, да? Будем возвращаться, потом тогда, получается, делаем поколение одно, да? Возможно, даже два. Если там набралось два раза по 6, то есть 12 фиксаций надо будет сделать. И потом тогда делаем эволюционный скачок. Так, тревога, кто? Давай. Ну, давай. Палка была рядышком. У нас просто уйма этой нейронной энергии. Куда девать просто ее некуда, блин. Непонятно, почему все дальше не растет, не развивается. Может быть, как раз нужны генетические мутации. Что, кстати, скорее всего, возможно. Ну давай. Еще воткнул две палки. По
Походу, в тебя надо тоже втыкать 5 палок, да? Чтоб ты, киса, осознала, что не с тем связалась. Не с той мартышкой. Так, тут главное, получается, еще спокойно перейти переход нормально. А тут тоже, получается, везде вода. Так, ну-ка давай залезем, посмотрим. Ну, поток сильной воды. Серьезно? Так, новый нейрон самоконтроль. Так, попей, наверное. Надо что-то съесть. Какую-нибудь еду. А то мне эндофамин уменьшился. Так, новый нейрон, двигательная функция. Где-то, получается, успевая топнуть на этот... на мелководье какой-нибудь. Так, отдыхай. Так, давай за этот камень. И, в принципе, мы перешли. И это хорошо. Замечательно. Так, нам сейчас только еще палочку бы какую-нибудь... Так, иначе, получается, придется уворачиваться, если она куда-то нападет на нас. Так, отдыхаем. Можно, кстати, Стангерю сейчас собрать, сделать себе лежанку и прокачаться. А потом дальше пойти до стаи. Можно даже, в принципе, поспать. А вот и палочка. Замечательно. Так, вот не помню, мне надо лезть на самый верх. Нет, на самый верх лезть не надо, это точно. Я думаю, дойдем до стаи. Будет, конечно, темновато. Ну ладно. Член стаи умер из-за того, что у него было кровотечение. Все понятно. Минус сколько там? 25 тысяч, да? Ну это того, кого поцарапали. Тут уж ничего не поделаешь. Его там было тяжело найти в этой стае. Ладно, не страшно. Сейчас, в принципе, сменим поколение, да и все. Так, брось пока палку. Так, эволюция. Два у нас появилось. Три даже появилось. Отлично. Открываем сначала здесь.
Скорость реакции при встрече с враждебным животным возросла. Так, это финал, да? Здесь. Отлично. Теперь вы можете автоматически обнаружить все безопасные запахи. Хорошо. Это тоже финал. Здесь получается. Теперь давай сюда. Скорость ходьбы по мелководью на двух ногах возросла. То есть надо чаще ходить по мелководью, да? Здесь еще нужна генетическая мутация. Здесь. Способность удерживать в руках предметы в опасной ситуации можно развивать, если развивать умение контролировать силу и пройти... необходимое обучение. Какое обучение? В общем, сколько у нас получается должно быть фиксаций? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. То есть мы с вами будем менять два поколения. Два поколения. Первым делом, конечно же, здесь мы с вами все это дело фиксируем. Так, здесь у нас удаление лишнего. Да пока особо не надо. Вот эти вот автоматические обязательно. Здесь. Ну, давай перекладывание предметов пусть будет. Все, меняем поколение. Член стаи мертв. Опять-таки, из-за чего? С голоду, что ли, сдох? Сколько у меня уже получается? Так, это кинетическая мутация. Сколько у меня получается? Один все-таки умер, да? Один. Нет, скачок пока не делаем. Я сейчас быстренько за кадром сооружу опять 6 детей. И еще сделаем один. Еще одно поколение поменяем. Ну что же, я поменял два поколения. У нас с вами осталась еще одна с вами фиксация. Это предотвращение травм. Но смысла пока и нет. Мы сейчас с вами сделаем эволюционный скачок и посмотрим, что у нас в итоге получилось. Куда мы с вами доберемся. Поехали. Вы нашли в джунглях укрытие с каскадом водопадов. Плюс 24 тысячи лет. Вы нашли драгоценный камень изумруд. 34 тысячи лет. На 5 тысяч лет опережаем. Здесь вы используете колючий кустарник как инструмент минимум 2 раза. Еще на 10 тысяч лет. Успешное свершение. Знаток инструментов деревья и растения. Плюс 25 тысяч лет. Здесь вы создали заросли колючего кустарника минимум 5 раз. Еще на 7,5 тысяч лет опережаем. Успешное свершение. Амбициозный строитель. Вы построили все, что смогли. Дальше. Эволюционное достижение. Вы нашли интересное место слияния двух рек. Вы воздействовали на отверстие под палку подходящим инструментом минимум 2 раза. Вы вернулись от атаки черного саблезубого тигра минимум 2 раза. Вы вернулись от атаки огромного кабана минимум 2 раза. Обеспечили развитие нейронной сети, представляющей вашего рода на втором этапе рассвета. Фруктовый сад. Интересное место. Укрытие с торчащим валуном. Высокогорное плато. Вы побороли страх неизвестности минимум 5 раз. Еще плюс 5000 лет. Высокогорный пик мы с вами нашли. С камнем в виде головы укрытие, где мы с вами сейчас, в принципе, обосновались. Успешное свершение. Знаток джунглей, вы нашли все тихие места в джунглях. Вы заставили крокодила убить капскую бескогнутую выдру эпохи. Вы убили капскую бескогнутую выдру эпохи. Еще 5000 лет.
в опережении. Вы нашли драгоценный камень голубой агат. Еще плюс 5000 лет. Вы напугали огромного кабана. Вы убили золотистого саблезубого тигра. Наконец-то мы долго к этому шли. Еще плюс 5500 лет. Вы смастерили базальтовый резак минимум 5 раз. Еще плюс 10000 лет. Так, разница в 390000 лет. Развитие, опережая науку. Эволюционный скачок на 800000 лет. Хорошо. Одна смерть. Минус 25. И 24 новорожденных. Плюс 120000 лет. Разница в 485000 лет, опережая науку. И скачок почти в 900000. В ходе эволюции вы стали тем, кого называют Арарин, человек тысячелетия. Вы переместились вперед во времени на 7 миллионов лет. Да, мы стали прямо ходячими, серьезно. Так, ну мы с вами здесь уже были. Правда, стаи у нас здесь еще с вами здесь не были. Хорошо, сколько в итоге нас получается сейчас в стае? Раз, два... Серьезно? Думал, кто-то красный был. На кого-то напали, что ли? Тут вроде пока безопасно. Так, где-то один находится у нас с вами... Черт знает где. Так, стагнерию хватай. Стагнерию хватай. Брось. Брось. Создать. Так, ну в итоге получается у нас 6 молодых и 6 старых. Также получается 12. Я тогда сейчас быстренько понаделаю детей. Да, у нас, в принципе, здесь недалеко есть знак вопроса. Тут знаки вопроса есть. Ну и плюс ко всему, там, по-моему, у нас был метеорит. Там было очень много крокодилов. И, в принципе, это хорошее место, где можно будет прокачиваться немножечко, да? Навыки прокачать. Так, ну все, нормально. Нормально, так, завершаем вылазку. Так, все сели по своим местам. Я за кого играю? Я играю за самку. Хорошо, пошел делать детей. Ну что, я опять тут нарожал 6. Все как положено. И мы с вами идем изучать вон ту местность. Тот знак вопроса. Запомнить. Так, возьму с собой еще на всякий случай я... 2 палки. Будем немножко уклоняться, чтобы, так сказать, не терять предметы, да? Так, ладно, одну брось тогда. Так, хорошо. Брось. Эту схвати. Поменяй. Измени. Схвати. Все, пошли. Наши обезьянки уже стали чаще ходить на двух ногах. Я вот пока тут спаривался, блин, заметил, что они часто ходят на двух ногах. Особенно, когда начинаешь есть, они когда все приходят к кормушке, то они в основном чаще идут на двух ногах. Это хорошо. Это интересно. Да, очень много забирает энергии плавание. Еще с двумя детенышами, еще и с палками.
Ну тут, в принципе, получается вот раз местность, там вот два как раз вот эта вот скала, где мы видели с той верхотуры, да? И плюс еще здесь местность есть по знакам вопроса. Давай. Надо бы, конечно, тебе передохнуть, но надеюсь, мы успеем. Успели. Так, у нас прокачивается, кстати, пока мы ходим по воде. Давай ты наш отдохнешь. Вот. Ходим, прокачиваем ходьбу. Это, конечно, забирает много энергии, но... Вернее, выносливости, но это надо. Надо качаться. Так, может, заодно сейчас посмотрим что-нибудь, да, поизучаем. Есть что-нибудь? В принципе, есть место для рыбалки. Вот нашли, кстати, может быть, порыбачить, чего бы нет. Вот знак вопроса, есть вон знак вопроса. Там уже вроде как все поизучали. Так, что нам говорит нюх? Это все пресная вода, да? Так, а что дает слух? Тоже надо будет прокачивать именно своих сородичей здесь. Да, все хорошо. Я не понял, а какого фига вы-то здесь у меня оказались? Ё-моё! Крокодилы, кабаны. Вы что, сдурели что ли? Вы чё сюда приперлись все? Я вас не звал с собой, вы чё? А, ну правильно, потому что это ж призывать. Офигеть. А можно как-нибудь завершить вылазку? Не получается, да? Чёрт, ё-моё. Поплыли все назад. Да... Не фартануло сейчас. Ладно, тогда давайте, наверное, мы на сегодня закончим, а новое место мы с вами будем изучать уже в следующей серии. Так что на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте, ссылочки под видео. С вами Азар Бабай, спасибо за просмотр, увидимся в следующих прохождениях. Всем пока.